Ну-ка. Поехали. 146. Банк карты. С карты? Без карты. Опять хороший рейд. Бланк карта Jumper Cables. Часть серии South Park нету. Части нету, а каких нет? По-моему, ничего, кроме первого сезона, снять его смогу смотреть особо. Одному уже первая половина South Park, дальше, по-моему, уже не очень. Там есть фильм «Довод». Во. Хороший «Довод». Про фильм «Довод». С фашизмом ЛГБТ и далее. Ну, что поделать. Везде повестки свои. Такова наша суровая реальность нынешняя. А чего-то все-таки бывает нету. Не, ну блэк-карта, конечно, неплохо. Так, это... Надо привыкать, что это хороший айтем. И даже думать... не о чем. Чтобы не поиска военкомат. Мне уже вроде не должна прийти. Ладно, там два года срок давности, будет 28. Ну, вроде скоро это уже закончится, так что я думаю. Уже никакие повестки не должны приходить никуда с военкоматом связаны. Так, в смысле, а там разве не бесплатно, если ты оформишь доступ? Ты ж оформи доступ, там же 90 дней будет бесплатно. Наверное. Полагаю так, что это должно работать. Не надо ничего платить. А не все бесплатно? А-а-а, не все бесплатно. Печально. Везде хитрости. Ну, можно довод поставить, по крайней мере, правильно. Тоже дело. Ну, наверное, то, что актуально, наверное, более бесплатно, типа то, что более старое, наверное, уже. Что-то, может, платное. О, oh, I missed more options, I forgot about more options already. Fuck. It's fine. We don't need more options. For this floor anyway. Yeah, I forgot about options. It's fine. It's fine. We will get squeezy anyway. We need options. Health up. Там шаг платный. Ой, шага до сих пор не смотрел ни разу. Ни одного. Тык-тык.
ставочку. А, бля, потому что... Потому что... Почему? А, потому что я ее ставил, поэтому я и забыл, господи. Вот почему. Момент. А что была заставка? Damage tier speed с первого босса. Ответ еп. Еп. Ну-ка. Еп. Рассчитали. Получается easy point. Будет так. Денежки. Что-то хп не взял. Заберу. Розовый фон. Да что-то он какой-то сильно кринжовый был, по-моему. Просто идея была в том, что все прозрачно, но с прозрачно не получилось. Потому что в углу стоит там черный фон. Получается не очень. В итоге вот сделали пока такую херню. В принципе, тоже нормально. Где нахуй две? Прикольно. Ну, типа, не менее вредный, разве что. Все-таки, наверное. Все-таки какой-то плюс она есть. Типа, если ты с сигарет обычных переходишь, надо все-таки, наверное, со мной получше будет. Чип сигарета. Типа, тоже, конечно, не лучше, чем вообще не курить, но лучше, чем курить, наверное. Типа того. Просто сейчас довольно много стало дурачков, которые типа не курили, на эту хуйню переходят. Просто так от нихуй делать. Это уже другой разговор. Из-за этой моды нашей нынешней. Зайдем. Все с вами ясно. Такие сделки нам не нужны.
Где знакомых, которые клепанули сигареты в день, потом большие на электронке, айкосы и прочее, просто по КД паровозят. Наверное, проще курится. Все, может, дешевле. Я на самом деле не особо в курсе, насколько это выгоднее экономически. А токены на Эдена можно на нем самом получать? Да, ты получаешь токен, когда заканчиваешь Итливс. За любое убийство Итливс ты получаешь один токен. Там не важно, на каком это персонаже делается. Я за Predator работу я ловил. But it's fine. Maybe Angel deal will be good now. Kinda want Angels anyway with technology too. Angels probably better. О, господи. Что-то у меня 2.8 дэмэдж. Этого маловато. Что было в Голдруме? А я уже не помню. Я в ней был? Здесь я в ней был. Привет, Скотт. А, сахар. Ой, это сахар. Лард, лард. Сало. Там было сало. У меня скорости мало для него. Да и типа так много хп красного. True story, my dad, who is 70, sings and plays a song on guitar. It's the cutest thing ever. Oh, really? Pretty dope. А, открылось, wait. Видел. Тебя взорвем, наверное. О! Спидуп. Еще спидуп, нормально. Разогнались немножко. Блять, тебе. So how are we doing, John, on this new morning? Prime. Господи, праймер. Pretty good. Close enough, thanks for the primer. Appreciate it. Hey man. How are you doing today? Господи, грипп. А что такое здоровый грипп? Или мне кажется. Привет, Алёха. Это хороший тринкет. Это фарм тринкет. Привет, Фучи, я твой фанат. Зачем ты пишешь 144 0, на самом деле 144-53? Привет, Щебенко, это что-то сложное, юмор какой-то.
Однажды начну понимать Щебенку в чате. Но все-таки не сегодня. Этот день не сегодня. Карта. Сколько заряд? 6 рум заряд. На фортуну. Вы что, ёбнутые? А зачем так много? Это прям такая полезная карта. Milka minus fucking 6 rooms charge. Oh, you mean maybe think it, yeah. Oh, it rocked. Nice. But why the fuck Wheel of Fortune land card is 6 rooms charge? It makes no sense. It makes absolutely no sense. It's such a shit card and it's like fucking 6 rooms. Fucking why? Now I know how to say 6 in Russian, yeah. It is 6 rooms charge. Very cringe. So they make fucking 6 rooms charge for Wheel of Fortune and 4 rooms for like Eden's Soul. That makes a lot of sense. That makes perfect sense. Ой, бля. Пины жесткие. D7 играбелен, в смысле? В каком смысле D7 играбелен? Ой, ребят, давайте уже тему закроем, господи. Каждый курит, что хочет. Люди все взрослые уже могут сами решать. Просто не пропагандировать это не стоит, не осуждать это особо не стоит. Лишь бы другим не мешало. Каждый грубит здоровье, как он хочет. Все мы не идеальны. Холи карта, 2 заряда, наверное, это изменит. Я думаю, это долго не проживет. Потому что это, очевидно, сильно упрощает этого ласта этого. Альт-ласта, так что, скорее всего, это пофиксит. Будет уже об этом говорилось, по-моему. А, кринж рума. Да чё за ужасный рум? Можно я сюда выйду? Можно я подальше встану? Я опять заблудился. Фак, бля. С тем же вообще нет. Куда ты полетел? What the fuck? What? Куда он нахуй улетел? Чего? Это, блядь, как? Это что за полеты в космос? Блядь, что за хуйня? Кто это, блядь, делал? Просто улетел. Я подумал, что он, может, с концами улетел, но не, он вернулся. Привет. Пай. Господи, сложенник. Как твой ник читается? Я боюсь его читать. Пайрсарш? Ну, здравствуй. Стрик вроде нормально. Только пины троллят. Я троллю. А, старш, окей. Старш проще. Хорошо. Так, я забыл, где я не был. Тут я не был. Там карта, которую я не проверил, подожди. Господи, да. А локап был? Возможно, кстати. Где был локап? Первый локап или там был локап? Там бомба нужна, это плохо. Нет, я не ел. Ничего нету. Не-не, там не локап. Там не то. Вроде. Может, была просто синяя? А, была бело-зеленая. Ну, которая, типа, бело-синяя, которая бело-зеленая. О, Imperial. Ура, ура, спидран. Ну ведь это же не спидран.
Даже совсем не спидран. Вроде это не похоже на спидран. С 2,8 дэмэджем. Ну, может, я достаю, потому что Wheel of Fortune это просто говно, а не карта. Текущим мы. А! 12 рум Хайрофант, понял. Беру. 12 рум Хайрофант — это мой выбор. Это то, что я люблю. Это, наверное, оставим. Или нет, подожди, я не знаю. Или, может быть, два раза повязаем, типа, Хайрофант и возьмем с собой Имперор. Типа, реально, 12 рум заряд, это же просто ужас. Это, типа, один раз за этаж. Я получу 2 хп. Имперы они не поменяли, да, там 4 рума осталось, спреддринг. Там 4 рума все таки осталось. На удивление, кстати, могли бы и поменять. Так-то все таки Имперы тоже жесткая карта, на бланк карту. Типа в конце игры она не очень нехило жизнь упрощает. Там даже не важно, это спидран или стрик, суть одна и та же. Ёб твою мать, как у меня мало нахуй дэмэджа. Просто охуеть. Никого вообще не могу убить. Бланк вязаю, это правда. Ура, 12 рум. Ура. Ура, 12 рум, Хайрофант. Я даже, возможно, возьму хелсап. Блять, без шуток. Ладно, это была шутка. Все-таки оставлю. Не, знаете что, я не хочу. Это и то в теории может быть полезнее. На дальней дистанции. Ну, типа 12 рум Хайрофант, серьезно. Это прям ну совсем плохо. 12 рум Импера, ну это временно, типа, я все равно. Бланкарта Импера это типа на лейт гейм. Это прям в самом конце. Потому что сейчас все равно я буду фармить, мне билда нет особо. Типа я сейчас фармлю, а потом после депт 2 можно будет уже улетать на боссов чисто. Чтобы лишние хп не всирать, например. Такая была острота обычно. Типа ты фармишь, а потом фигачишь. Именно уже после получения полароида. Привет, мастер. Ну, чуть получше стало, да, с этим Dark Matter. Чуть-чуть стало поинтереснее. Вот это был локап. Да, вот локап. Я называю эту пилюлю бело-зеленой, не знаю. Чтоб проще было отличать. Та бело-голубая, это бело-зеленая, окей. Не похуй, что я цвета не различаю. С лазером там непонятно. Они типа убрали дэмэдж даун, но по-моему это все равно дэмэдж не совсем, который ты видишь там дэмэдж, по-моему. Мне кажется, он маленько поменьше. Просто стало получше, чем было до этого, но по-моему все еще не похоже, что это прям 4 дэмэдж, но сейчас на этой технологии, на этих тиках. Есть сомнения по этому поводу. Есть сомнения. Maybe I should not do this. Не, это смешно смотрится, но что-то я боюсь, это плохо окажется по итогу. Дай! What? First try. Holy shit. А что они делают? Они стреляют... А, попом. Окей. Ну, неплохо. Господи, с первой попытки такого ни разу не было. Чтобы этого дебила что-то сразу выиграть так вот сходу. Такого просто я ни разу в жизни, по-моему, не видел. Кайф. Так, мне нужен, короче, кол и бансинг. Ладно, просто кол уже будет нормально. Дэмэдж? Yeah, damage is not great. But it's, I think it's the first time that I got it first try. Like, actually on the first play. It's pretty fucking insane. Там был паук. Не убитый. Понял. Бери хаос? Нет. Нам нужно выживать. Нам не до хаосов. Бланкет это уютно.
Уютная одеялка. Тем более хорошо на боссов. Не, он будет блокарный пиар на босса с мантией. Лол? Это как будет работать? Надеюсь, это будет 20 рум. Заряд минимум. Чередом мальчик не фармит, это другой черед. Это не тот черед. Это черед с вопросиком, он делает немного другое. О, забавно. Правда, я хотел другое проверить. Могу ли я сквозь руму проходить с этим чередом? Наверное, могу. Но это тоже, наверное, опасно. Такая себе проверка будет. Ебать, нормально прокает. Нормально пошло. 3 румы открыли. Типа... А, 2 комнаты? Серьезно? Тогда поехали. Давайте проверим. Потому что ты, типа, не можешь двигаться, но на самом деле... Wait, what the fuck? Я даже могу еще, может, успеть, тут даже эффект остается. Он не на руму, а типа на таймер. Стоп, что? Ну вот, да, можно вот так делать. Вот так можно делать. Короче, секрет в том, что надо тапать кнопку, а не зажимать кнопку передвижения. Типа быстро нажимаешь, и можно перемещаться. Наверное, это баг. Но никому не говорите об этом. Это будет наш секрет общий. Баг или фича? Наверное, баг. Потому что если ты кнопку зажимаешь, передвижение, ты неподвижен. А типа если тапать, то все. Можно перемещаться. Так. Мальчик, ты что-то мне дашь. 100%. Нахерово, что нельзя фармить автоматы и мальчиков? Это я уже тоже проверил. Было бы вообще охеренно, если бы еще можно было бы фармить. Но фармить нельзя. Там хп отнимает. Ой, пожалею об этом. Естественно. Ну ладно, плюс тирей, типа. А, и минус хп даже? Нихуя ты, твари. Еще и минус хп. Я минус дэмэдж, минус хп. LOL. Well, I got tiered, though. Is tiered even affect my pop, like, generation? I don't fucking know. Maybe it does. Минус все, минус почти все, да. Импера брошу, пока не знаю, но я нажму черевод на босса явно. Как минимум. Потому что это все-таки неуязвимость и мега тирейт. Так что на босса это можно все равно поюзать. А дальше посмотрим. Прецентом. Уф. Слушай, это хорошая карта. Может ее оставить вместо Имперера? Как бы на боссов это нормально, наверное, будет. Да, 0 смертей. Типа 145 раз выиграл, пока 0 раз умер. Плюс 0.18 и все. А, это походу тирскап уже. Это похоже на тирскап. Лост. Проверим. High Priestess. Какой будет High Priestess?
Чатик странные фразы из чата подхватывает. Сомнительные. Сейчас же появилась какая-то новая функция, по-моему, модеров. Можно, типа, это сообщение в чат делать. Типа флешмобом. Или типа, сейчас не у всех. Я у Грега эту хуйню постоянно вижу. О. Здрасте. Худшая функция реально сомнительная. Ну, может, она типа по дефолту не доступна, потому что я ее вроде не видел себя. Такую вроде. Пасты. Думаю, что угодно можно делать, но это модеры делают. Так что, наверное, это вряд ли где-то будет сильно проявляться. Конечно, у нас есть модеры, которые любят пасты, но таких, думаю, немного. Типа, это не для простых смертных такая опция. Привет, Бегейн. Батарейки. Дай батарейку. Где батарейки? О, батарейка. О, еще батарейка. Да, спову. Будут батарейки? Наверное, нет. Нет, наверное, не будут батарейки. Хотя... Ну-ка. О, здесь будут батарейки. Ай, блять, я его убил. Ну ладно. Тут нихуя можно было фармить, получается, да? Нормально можно было фармить. Кайф. Пауки не чемпиона? Ну, нету чемпиона. Есть мобы, у которых нет чемпионских версий. Так сделали. Блять, и слава богу, слушай, еще не хватало, чтобы все пауки были чемпионами. Нахер. Нахер это нужно? Причем, по-моему, в антиверсе было больше чемпионов. Хотя, возможно, это неправда. Я помню, что в антиверсе были чемпионы на что-то еще, чего тут нету. Но не помню что. А возможно, я путаю. Но какие-то враги были, которых тут нет. Эти враги вроде в игру уже, по-моему, не будут добавлены. Там некоторых врагов они, по-моему, не добавили. А, я не могу двигаться, говорили они. Кажется, могу. Блоги чемпионы? Бля. Не дай бог. Фига там глаз. Блин, очень нужен кол. Тут будет такой хороший билд с колом. Вернее, такая хорошая карта будет с колом. Наверное. Блин, странный эксперимент, господи. 3.5 дэмэдж, ебануться. Это что? За что 3.5 дэмэдж? Так, фершот немного мне мозг ломает в этой руме. Почему я не люблю фершот? Опять хуйню творит в руме. Всех куда-то перемещает в странные места. Бомб меньше. Что бы ты выбрал, миллион долларов или в твоих ранах больше не будет никаких пинов? Сложный вопрос. Я думаю, с пинами можно смириться. Миллион долларов это неплохо. Даже по нашим меркам. А, это тоже 12 рум, бля.
Надо было бы на карту не нажимать. Фак. Ошибка. Постоянно с ним меркам, ну да. По меркам Twitch миллиардеров. Да что за карта? Эта карта вроде бесполезная. Стримеры так где-то столько имеют, а разве нет? Плюс-минус. Там же было что-то, блять, на скиллбоксе, по-моему, было это объявление, типа, какие-то курсы стримеров были. Там, типа, было сообщение, я сейчас не угораю, там писали, типа, каждый начинающий стример зарабатывает, по-моему, 100 тысяч рублей в месяц, по-моему. Каждый начинающий стример 100 тысяч в месяц. Я все еще даже не начинающий стример, получается. Нык-нык. Не, это было еще, по-моему, до стрима, с запасы. Сейчас бы уже бы написали уже, на не знаю, наверное, $1 миллион, наверное, в месяц. Очевидно. Уже взяли бы повыше. Чего уж мелочиться там. Так, нормально ведь пошло. Опять пошли красные румы. Так, а чё я не видел? Я, наверное, не видел. А этому руму, наверное, не видел. Возможно. Или я видел, там что-то было плохое, блин, я не помню. Странный Curse of Lost. А что мне это Curse of Lost? Заблудиться? Я вот с Curse of Lost уже заблудился. Это тоже не сильно помогает. Короче, билд мемный, но непонятный. Непонятно, хорошо это или плохо с этим билдом. Ну, учитывая, что у меня 3 дэмэдж, это будет нормальный билд для 3 дэмэджа. Не так плохо. Так, пропусти меня. Куда я не ходил? Да бы сою. Насчет сои не уверен. А, стоп. Оп. Оп. Почекал, все, пошли обратно. Okay. Вот этого рума я не помню, я видел, нет? Она нет. Наверное, не видел. И даже не знаю, где она. Может, где-то сверху? Тут же тоже, тут я был. What the fuck? Well, I mean, chariot not that bad, I would say. I mean, this chariot. It's kinda good for bosses. But yeah. Not that much of good cards in this game now. And fucking blank card justice with 12 rooms as well. Like so many fucking 12 rooms now. Charges is insane. The new movie Star Williams Star Scene comes out here today, it's supposed to be great. Wait, really? He's in the movie? Which movie is that? I didn't know he's like doing movies. It's interesting. Anyone? Thanks for luck, man. Митрия. А, я не был и помогать, господи. Вообще нигде не был, что-то я троллю.
Фершот опять кто-то утаскивает его куда не надо. О, карты, камон. Херовок. Джастис, сука. Не тип жопу с Инжастис. Господи, какие карты говёные. Шмелтер, да-да-да, шмелтер уже повязал. It's called a Killer's Escape. Oh, really? Nice. So is this like in tears, like streaming services? А, розовый не глянул, Ace of Diamonds, okay. Такое. Так. Блин, что тут не помогает вообще ни хера. Точно отталкивает куда-то в сторону. Хоть мантия есть хорошо. Таким билдом. Они вроде разваливаются, но как-то вяло разваливаются. Вроде... разваливается. This build is kind of not super overpowered. It makes things done. Eventually, but not that fast, I guess. It's fucking conjoined, probably not. I don't fucking know. Whatever. Oh, just tears right now. That sucks. Well, maybe it will go like digital at some point. It's good to know. We'll definitely try to like look it up later. Like my latest movies experience was fucking new Saw movie, and it wasn't that great. But like I didn't expect all to be great anyway, so it was okay. Could be worse. Да, это чемпион такой, типа хидер. Не сделали теперь это. Анимацию мы, короче, теперь замутили. О! Здрасте. О, вот ради этого ключ и был нужен. Go back to a movie theater where they already crossed before pandemic. Yeah, I mean I didn't go, I just like watch new movie. Like I don't go to theaters as well. Like it happens very fucking rare. Just watch something new. Void. Но ведь не Void же. Блять, а может быть и Void? Похоже на Void. Это завойдем. Yeah, I guess Void could be better for like 12 rooms card, but I don't have it right now. I guess it can be abused. This Void. I hope. I actually didn't see how Void works with Blanket now, but I guess it will be the same as always, right? It's going to be like 6 rooms charge. Да, по-моему, options... Хотя подожди, раньше водил оба, сейчас, возможно, нет. Раньше водил оба. Честно, я не помню, как сейчас работает Void. Во, Фрайдек.
Спайлик мулай, мулай кринж эк. Лол. Мухи. Конечно, могу заводить бланкарту, но... Чё-то хз, сколько это выгодно будет. Найс ключ. Ладно. 8 зарядим, как минимум. Там можно было обойти, но у меня ключей много, поэтому... Мне плевать. Это такой сейчас хоминг у них? Они же вроде были довольно далеко, нет? Или бомбы стали еще более агрессивными, эти хоминг-бомбы. Вроде с виду было довольно далеко, по-моему. До врага там. Тут так визуально. Ну ладно. Опять хилер, господи, хватит. Хватит, не надо, перестань. Ладно. Предположим, я найду хорошую карту, окей? Давайте просто это предположим. У меня будет хорошая карта. У меня будет Хаерофант на 6 рум. Не на 12. Или Джастис карт на 12 рум. Или на 6 рум. Будет кайф. Раньше Хаерофант был на 4 рума, эх, как его испортили. Еще раньше был кубик на 3 рума. Раньше много чего было. Черепа. Черепа. Хрень. Хотя на... Не, на синий хп не вернут, наверное, да? Надо на обратно. Когда, если я нажму этот импресс. Этого не стоит. По погоде что у меня? Солнышко светит. Вроде потеплело маленько. Но там типа 20 с небольшим, наверное. Может быть 23-25 сейчас. Ну, типа с ветром не сильно жарко вроде. Вчера даже вроде было довольно холодно. Дайшард, по-моему, не юзается ничем теперь. По-моему. По-моему, ничем не юзается. Не помню. Но, возможно. О! Красиво. Красивый эффект. Плюс 40 на солнце, боже мой. Нахер надо. Звучит ужасно. Лучше 15 и дольше, чем плюс 40 на солнце. Так. О! Чё открылось? Господи, хоминг-бомбы, за что? Перестаньте. Куча, что
Импресс. О, Санкард. Спринклер? Да, наверное. Ну, в принципе. Окей, 6 рун, да, реально все остается. Ну, логично, будет они вряд ли могли это переделать. Импресс. Not so much impress. We'll take some card. О! Секретос. Прямо будет, наверное, мелом, просто я буду редко использовать прям на боссе его. В этом минус вкусный. Бать там денег будет спамиться. Хотя что, денег не очень много. Маленько сыпется. Немножко деньги сыпятся. Кучу ток. Можно еще машинку починить. А можно ты сюда прыгнешь? Спасибо. Давай, 600. Так и не кончается. Ну-ка. Все-таки поломалось. Так, ну, нормальная кристалл карта. По крайней мере, на 6 клетку. Уже неплохо. There was a lot of coins. Like, I don't know. I guess more than 50, at least. Take a damage. Да, твины помогают нехило, конечно, это тоже правда. Твины хороши. У них хоть дэмжа нет, но типа их двое, и все неплохо. Я эту руму терпеть не могу. Блять, очень мало места. Очень-очень тесно в этой руме, по-моему. Ну-ка. Ну, кстати, поливает он довольно стрёмно, кстати. Потому что у него нету этой технологии, наш у меня, а не у него. Я вот примерно такое ожидал, потому, видимо, я не подумал сначала его брать. Потому что это ТЭК-2, он типа только твоя херня. Только у тебя типа ТЭК-2 у них нихера нет. Типа у него мой тирейд, который как бы без это, без технологии. Ну, такая помощь. Небольшая помощь, скажем прямо. Но все же помощь. Как же мало дэмэджа. Вроде 4 дэмэджа, что-то к этому вообще-то дэмэдж не считается. Да мало 4 дэмэджа. Для бомба это уже маловато. Уйдет как бы со старта может быть больше дэмэджа. Тут в бомбе 4 дэмэдж. Нормально опять телепортации, какие-то чудеса телепортации. Так, летели. Не мешает? Да и не мешает все равно. Крампус? По-моему, не было Крампуса, да. Сильно надеюсь на кол. Кол этот ран, скорее всего, нехило так перевернет. Если я сейчас найду кол, будет неплохо. Кол все еще может изменить в этом ране. Потому что сильно повеселее сделать. Господи, ран уже час будет. Это будет ран час. Я же даже, быть, особо не фармил. Просто такой.
такой ран опять, в котором ничего нету особо. Вернее, даже вроде и есть, но вроде как-то мало. Кол? Ну, уголь, господи. Лампа в кол. С крампуса падает. Уголек. Это, конечно, маленько все перегораживает, но ничего не поделаешь. Конечно, сейчас он... Ну, игра стала медленнее, это факт. У меня раны на локах тоже были по часу очень часто, если я там фармил что-то жестко. Пытался выживать на там альтах. Или там на раны, там на матче, какие-нибудь странные раны. Там бывали раны час плюс довольно часто. Игра стала медленнее. Это точно. Она точно не ускорилась. Ни в одном месте. Деньги, сила? Ну, деньги, сила брать уже негде. Как бы есть проблема. Деньги, сила. Только вряд ли где-то уж смогу. А хотя я могу найти даже со сделки, лол. Что-то вспомнил. Сейчас реально будет в тему, да? Найти деньги, сила со сделки вместо кола. Нужен либо кол, либо деньги, сила. Вот это мем, да? Казалось бы, нахуй он нужен. А тут реально нужен. Типа за одну хп это будет вполне себе такое приобретение адекватное. Это будет на плюс, не знаю, 3-4 дэмэджа, наверное. За раз. У меня уже деньги максимально, считай. По сути. Так, хп понемножку проебывается. Может быть, найдем какой-нибудь Magic Mushroom. Уже мини-маш в один находили. Еще бы и Magic еще туда даже до кучи не найти. Было бы нормально. Одну руму срежем, потому что что-то румы какие-то кринжовые попадаются. Так, опять красная хуйня и у меня, и у них. Где Земель? Почему он не перекрасил в зеленый цвет? Красивенький этот крип. Ну ладно. И так вроде разобраться можно. Много призраков страшных. Давай, фершот помог. Фершот твой бро. Бывает полезен. Я тупо их станю постоянно, они почти не стреляют. Из-за этого эффекта. Хорошо. Киты? Может и киты. А, блять, шипы какие-то кринжовые сделали здесь. Раньше такого, по-моему, не было. А, тут не может быть второй секретка. Где она может быть? А, она, походу, в том... краю карты. Нет, я не пойду нахер. Да тут благо мантия, это приятно. Да-да-да, там где-то слева, видимо. Не, нет, она не пойду. Наверное. А, сделки нет, естественно. Так, ну я это вводить буду, правильно? Вопрос, заводил я все или нет. Я хз. Ладно, на самом деле все-таки надо пойдем проверим. Там, в принципе, две румы пройти. Здесь я их пройду. О, господи. Один из таких седов опять, да? А, тут пустая рума, хорошо. Тут два варианта основных. Окей. Серьезно? Lockdown. Минус удача. Понял. Какашка мост. С красной тоже работает. Наверное, это берется. Или это не работает. Я хер его знает. Возможно, это просто никак не работает. Даже скорее всего, это никак не работает.
ничего красного не вижу. Бой надо было, но я вот думал. Я подумал, может, типа, это будет работать, тогда, наверное, это неплохо будет с таким дэмэджем. Дэмэдж ап нет. Не дэмэдж ап. Ладно, полароид прокнули уже неплохо, правильно. Уже неплохо. Ладно, я больше не хочу бомбы всирать, бомбы нужны. Во-первых, мне нахер не нужен тринкет. Это такая себе, конечно, ванап дрянь, но все-таки ванап дрянь прокает иногда. Бывали уже прецеденты, бывало даже мне это спасало временно. Танк. Осталось больше тирейд. Но особо ли я это ощущаю, пока непонятно. Это тирейд. Прибавку или нет. Как ты под фиршотом стреляешь, пес? Ты ж зафиршоченный. Этим тоже похуй. Что хотят делают? Это не бери. А, правда. Я слушаю, у меня сам карта, не волк карта. Ну ладно. В принципе, наверное, не страшно. Я могу опять прокнуть. Ёб твою мать. Две тычки за одну руну. Ну ладно. Ну ладно, две так две. Чё это даст? Плюс нихуя... Плюс нихуя всего. Понял. У него очень широкий триплшот. Меня это бесит! У него пиздец широкий триплшот. А! Поехали. Поехали! Фарм. В аркаде я знаю, но типа я снова опять потом проебу. Что мне нужен маппинг, скорее всего. Ну, сейчас, возможно, будет... Так, сейчас, возможно, будет фарминг. Я скорее всего прохну полароид на сделке сейчас, хотя там может быть Крампус будет, может быть не прохну. Так. Шарик с Хауэ, да, сейчас. Так если я войс заряжу, в смысле я его все равно заряжу, правильно? Я сейчас сожру кубик, я сожру кристалл болл, он не будет работать же первый раз. Там первый плей, он холостой. Он не работает. Я наоборот проебу один юз. Подожди, это нажать. Черед. Бля. Привет, Либра. Че, уже наигрался, что ли? Или стримил? Ой, бля. Хотя на самом деле это хорошо, наверное. Ладно, давайте. И дать все-таки эту хуйню. Доигрался. Что сегодня прошел что-нибудь? Или сегодня не пошло сегодня? Кстати, Кайна голова разболелась. Логично. Привет, Пресугвин. На Б2 ран забросил, нахуй такое. Принят Кайн. Ужасный персонаж. Не знаю, это именно для любителей прям жесткого крафтинга. Элементарный. Это дрочь. Такая. На любителя дрочь. А. И это все, да? Так, оно заряжает, да, по-моему, активку. Так, что мне теперь в войде?
Бланкарта и Кристал Болл, да? Надо это не забыть. Этаж какой-то мемный. Интересно. Ладно. Нажать. Клапс. Ладно, можем его перетить, но ладно. Может, бомб хватит и так. Так, ну, предположим, давайте почекаем секретку первую. Тек. Окей. Не окей. Ладно, пошли на босса. Надеюсь на хорошую сделку. Либо я надеюсь на Крампус Кол. Если будет Крампус, я построюсь. Если будет Крампус Хэд, в смысле, с Крампусом. Если Крампус, то только с Колом. Иначе нахер не нужен такой Крампус. Оставляйте его себе. Мне нужен Крампус с углем. Надеюсь, игра меня услышала. Без угля не нужен. Ну так тоже можно. Это тоже сделка. Найс уголь, найс сделка. Ну, полетели дальше. Полетели дальше. Я, блядь, в шоке. Уйди от меня, урод. Так. Пойду я в библиотеку. Ой, бля. Киты атакуют. Там одна большая рума и одна маленькая рума. Что-то я почему-то хочу секрет почекать. Меня что-то там манит. Не знаю почему. Прямо манит. Хочу зайти. Там что-то спрятали хорошее. Наверняка же. Нет. Тем тренера не. Кстати, его тут можно было уже брать отсюда. Тут уже его можно брать, потому что у меня уже полароид есть. Уже не будет, софтлока уже не будет. Полароид уже на базе. Что, киты? Это белые киты. О! Подгончик. Спасибо. Опа. Красная рума. Типа, как бы, вроде выгодно фармить, но с другой стороны, блин, с таким трудом фармить стрёмно. Мне еще час проходить. Час будет тоже херовый без айтемов. Красная рума могут быть, типа, какие угодно. Можно нафармить всякие приколы. Может, сделка левая какая-нибудь открыться. Еще какая-нибудь хрень мага с сайтом рума. С красной румы. Можно найти, типа, ультрасекретку можно найти тоже запросто. Иногда. Господи, три грузчика. Куда, сука, три грузчика запихали сюда? Хватит! Уйди! Ага, А, охуенная библиотека. Я даже не потрогал. Но это вроде была первая, да, книжка? Хотел этих странных гусениц убить быстрее. Не сдержался, рука дрогнула.
Ну ладно. Думаю, ничего не потерял. Не думаю, что это ран с буквормом. Хотя в чисте в теории будет. Все еще проклят, господи, какие же не свет слезы быстрые. Слишком быстрые. Библия на языке тебя не убивает. Я не знаю, это Свотла? Откуда люди все это помнят? Даже в реберсе, по-моему, Библия на языке не убивала уже. Может, это было либо Вотла, либо даже до Вотла было. Библия только на сатанете убивает. Типа, если на сатанфайте в Шеоле повязаешь, там ты умрешь, да. Больше этого не было нигде. Ебаная Вики, это ебаная Вики. Возможно. Подожди, это на русской Вики, хочешь сказать? Написано. Да я не думаю, что даже там такое может быть написано. Полароид, вот полароид, наверное, да. Хотя, смотришь, я его проебу. Правильно. Я проебу все равно. Стоп. Стоп! Стоп-э. Void. Void Crooked Penny. Это ж мем, да? Они же это оставили, по-моему, все еще. Ладно, больше не дают. Так, надо будет фармить заряд. Ну и ран. Час 06. What the fuck? Уже час 06. Какой ужас. Ага. Бимы клевые, я. Спору нету. Хороший у тебя бим, Айзек. Где урон? В другом сиде. В этом не нашли. Возможно, мы опять зря пошли на дьявола, да? Может были на ангелов дэмэджи. Может быть все было на ангелах. Боже, а когда я залучил дьявола? Да я его залучил, наверное. А, Дарк Матери. Не, вот там было слон отказаться. Дарк Матери это демедшап. Там демеджа не было, поэтому. Наверное, не было особого варианта идти на ангелов там уже. Я ни в чем не виноват. Дьявол подкупил Дарк Матерью. Немножко пофармим, чтобы заряд был войдом. Не ринджанит. Тут синих похлял. Что там, редки? Будет прокнуть? О, будет. А еще прокнет? Нет. Больше не прокнет. Ну ладно, я думаю, больше отфармить нечего. Поехали. Но у нас Void. Void с Crooked Penny. Это довольно эпично. Я думаю, тут берутся говнобомбы. Или может и то берется, это будет синергия, да, по идее? Это будет синергия, еще пью кофе. Надо все войдить, думаешь?
Ладно. Прокнуло. Заебись. Это хорошо. А почему 2 хп? А потому что, видимо, оно еще и хп успело задипить. Okay. Лол, чё, это синергия Void Crooked Penny. Если оно прокнет, ты получаешь статы и получаешь айтемы снова. На второй Void получаешь айтемы. Только теперь минус в том, что если я опять нажму, я проебу хп там. Но, наверное, это не страшно уже. В этой ситуации. Думаю, с какой проблемой уже не должно быть, наверное. Катастрофических. Или муху, муху возьму сейчас. Эту муху заберу. Ой, бля. Ладно, уже хп и так одну заберу. Там может уже и 2 хп заберу, пока до туда дойду. Пока будет обратно заряжу. Так, пошли редрумы. Ебать! Быканул. А, господи, страшно. Еще редрумы, what the fuck? Что за редрумы? Одна за одной просто. Там шанс же маленький, да, по-моему, на красную руму. В красной руме. Там шанс, по-моему, меньше. Чудесное везение, однако. Это все, видимо, 7 удачи. Наверняка. Ладно, ради санкарты, наверное, заберу все-таки эту хуйню. Надеюсь, не пригодится, но вдруг пригодится. А муху забрать. Одно хп там забрать. А, спасибо, Мейс. Спасибо большое, Мейс. Я хотел в эту руму пойти, конечно же, а не в стартовую руму. Именно это я и хотел сделать. Спасибо за помощь. Классный Curse Maze. Я не взял хп, но похуй. Оно опять прокнуло. The fuck. Мем. Нормально прокает, слушай. Пока неплохо. Я себе получил дэмэдж, да, наконец-то. Ты стал терять больше, но терять, по-моему, влияет в основном только на этих челиков. Господи, у меня шот спид 2.63 уже. Это, по-моему, не сильно клево. Шот спит у меня не совсем, по-моему, в тему. Опять Мейс троллит. Когда Хонг улетел в космос. От моего шот спида. Ну ладно, DPS вроде маленько получше. Хоть дэмэджа пошли, наконец, хоть какие-то дэмэджи. Так, я скипнул руму одну. Ну, я, наверное, еще вернусь на один ролл. Еще один раз паролем. Последний раз. Завойдем на еще плюс шот спид. Это брать не надо. Это розовое чудище. Господи, самое главное, они убрали это розовое чудище с первых этажей. Слава богу. Сколько раз я на нем типа умирал на одном хп без тира, это без скорости. Мне это бесило каждый раз. Такой конченый мини-босс на старте. Вот теперь нет этих супер мини-боссов на первых этажах. Кастрак, слушай, он все еще, по-моему, более честный, чем это розовое уебище. Потому что это розовое уёбище просто кидает по 2-3 заряда подряд. Этих бомб. Две тролль-бомбы большие, те просто пизда. Сразу же. Опять ворчун пришел, опять ворчит. What the fuck? Не знаю, что сделал, но типа похуй. О, 9 дэмэдж, нормально. Почему 9 дэмэдж? Даже нет, сейчас Войд дал 9 дэмэдж, серьезно?
When it will break this fucking void? It's going to break. I used it like 3 times void with Crooked Penny and didn't fail once. It's pretty insane luck. Как это закончить? Или он не может проиграть? Не, я посмотреть не могу, я уже 4 раза повязал. 4 раза. Рейндж красивый, шотспид красивый, ну дэмэш дают. Дэмэш, тирейд. Я тирейд, пожалуйста, чем ли я тирейд? На этих, да, челиков и все. У меня же, по-моему, особо... Или может у меня стало слез больше с технологии, но что-то непонятно, стало ли их больше. Нет, санктивка в воде не перезаряжается. Стоп. Санктивка перезаряжает чего? Удача? Может быть удача, да. Возможно. Я уже не знаю. Это очень странная херня. Очень странная рана, уже час 15 все-таки. Все было ради чиста, короче. А, соу, да. Соу тайтом. Который, типа, на боссе прокает сам карту. Это другое. 8 мини-монстров, моя любимая рума. Они ее оставили. Какие они молодцы. Как я их люблю за эти румы. Какая гениальная комната. Какая она честная и гениальная. Гениальной комнаты нет в игре просто. 8 ебучих мини-монстров. В ебучей узкой длинной руме. Вот это рум-дизайн. Так. Ну-ка. Finally. Поломалась. Ладно. Пора уже было, пора. Пора было это безумие уже заканчивать все-таки. Там Войд дал, по-моему, где-то иксты, да, вот Войд Крукет Пенни. Неплохо, неплохо. 5 кешераны ужасно длинные. Окей. 146. Блять, мини-пауза.